Приветульки мои, красотульки, лапульки. У нас с вами новый влог. И знаете, что я сделала? Я сейчас сдавала медкомиссию и заодно сдала тест на ковид. Мне просто интересно, не потому что там я себя как-то плохо чувствую, просто заодно сдать тест на ковид. И завтра я поеду забирать свою медкомиссию и результаты анализов. И что вы думаете? Я, если у меня нет ковида, хочу сдать еще на антитела. Мне интересно, если у меня антитела, если у меня нет антител, то я, конечно же, буду прививаться, обязательно буду прививаться. Как приятно иметь дело со страховщиком уже столько лет. Сколько я с ней уже? Наверное, лет 9, наверное. 8. 8. Я... Нет, 7. 7. 7 лет у меня была разная страховая компания. Я страхую, во-первых, жилье, во-вторых, машину, в-третьих, свое здоровье. У меня тоже есть страховка. И сейчас я забирала страховку на машину. И мне так приятно. Моя женщинка, это Наталья Николаевна, это просто вообще вещь. Я страхуюсь в РИСО, и она мне все сделала. Я просто приехала, забрала, не надо ни в какие ездить офисы, нигде ждать. И самое главное, вот найти человека, который тебе будет все делать, иногда там какой-нибудь презентик, или там шоколадочку, ну обязательно, тем более Новый год. И так приятно, вот когда к тебе относятся нормально. Потому что ты тоже относишься к человеку как бы хорошо, и вот эта вот отдача, обожают это состояние. А сейчас я на самом деле буду ждать мужа, пока он сюда приедет. И мы поедем домой. Мы даже решили заехать куда-нибудь поесть. И у меня на самом деле свободного времени еще где-то час-полтора. И вот что делать? К Динуле я не поеду, потому что Динуля работает моя, у нее сейчас график забитый с этими ресницами, просто до Нового года у нее прям шквал. И, наверное, мы пойдем в торговый центр, я хочу посмотреть новинки в подружку. Мы с вами зайдем, посмотрим, что там есть. И я, кстати, сняла видео про Vivien Saboy, обязательно его посмотрите, девчули, посмотрите, очень классная коллекция вышла, и там как раз новогодний образ. И вообще, если вам не трудно, посмотрите, чтобы для статистики моего канала как бы было хорошо. Я вам буду очень благодарна. И посмотрим, что там есть вообще интересного. У нас, правда, здесь очень маленький торговый центр в Биле. Но хочу сказать так, что людей в магазинах очень-очень-очень много. Девчули, это какой-то трушняк. В магазинах, вот я зашла в торговый центр, там людей. Как будто все с цепи сорвались. Сегодня четверг. Стоянка хорошо, ну... Было пару машиномест в подземной стоянке. Я поднимаюсь, короче, и там столько людей. Захожу в подружку, а там, девочки, я только краску для волос свою схватила, которую я крашу волосы, 200 тон кастинг крем глосс от L'Oréal. Полки пустые, ничего нет. Просто смели все. Особенно Catrice, Essence, NYX. У NYX вообще ничего нет. Я думала пудру там купить, у них классная минеральная пудра. Ничего нет. Просто сметены все полки. У них сейчас там еще акция какая-то. Два берешь, это третье в подарок. Там просто людей тьма тьмущая. И ничего нет. Представляете? Просто ничего нет. Захожу в магазин одежды. Там, ну, то есть я захожу, сразу выхожу. Потому что людей очень много. Вот же сейчас акция. Два по цене, точнее, три по цене двух. Что-то там, еще какие-то магазины. Я такая думаю, не, я, короче, пошла в свою ювелирку. Зашла в Sunlight, насмотрела там кое-что. Я после Нового года хочу дождаться. Ну, короче, надо мне после Нового года. Вот, и я зашла в другой магазин, называется «Ваше золото». Там рядышком у них есть. И, девочки, я ходила вокруг да около, думала, надо мне это или нет. И я там взяла кольцо. И кольцо, короче, девочки, оно идет на два пальца, видите? Полностью на два пальца. Помните, я вам показывала, у меня есть крест. Вот такой, как на кольце, на шее. Это серебро, это производство Франция. Это французское изделие. Вот у меня вот это вот итальянское кольцо мое, вот это вот белое с керамикой, что мне муж дарил. И вот это, оно такое интересное. Вообще, оно мне так понравилось. И я захотела себе это кольцо. Короче, зашла, купила... И самое интересное, что на бирке было написано от кого. Знаете, кто это кольцо привез сюда? ИП Зайцева. Я думаю, точно мне надо. Вот же скотина. Вы представляете, во дворе стоит девочки и просто возле подъезда ссыт, сука.
Я не знаю, как относиться к таким людям. Знаете, в чем самый прикол? 2 метра, ну тут не 2, ну пускай 20 метров, торговый центр с туалетом. Нет, лучше поссать возле подъезда прям. Под окнами у людей первого этажа. Чтоб он у тебя отмерз, собака бешеная. А потом мне подписчики пишут: Таня, ты не любишь людей. Блин, нет, не люблю я вот таких людей. Вот таких не люблю я людей. Сволочи. Так что, короче, сейчас снимать в магазинах невозможно. Вот, серьезно, невозможно. Я сейчас зашла еще во второй торговый центр. О, забрала Фаберлик. Девочки, еще Фаберлик у нас сегодня будет. Девчонка, я так увлеклась поглощением. Я в Якипаре себе взяла латте халва. Уже выпила сколько. Сижу такая, ем, думаю, блин. Девочки, вот мое самое любимое блюдо в Якиторе. Это телячий язык с рисом и овощами под голубым сыром. Это невероятно вкусно. Просто невероятно. Это самое любимое блюдо. А еще я сижу в уголочке, чтобы никто не уволок. И знаете что? Никого нет вообще. Пустая Якитория. Вы только посмотрите, как Фаберлик все мне упаковал. Они даже, видите, коробочку сюда ставили для разделения. Так, что я заказала в Фаберлике? Во-первых, порошки, кондиционеры на акции были. Я взяла, там, по-моему, вообще прям от 2 штук хорошая цена. Вот, ну то надо посмотреть в каталоге точно. Я себе разные взяла. Вот мне очень нравится это ароматерапия. И сейчас я стираю вот этот розовый бархат. Так, взяла средство для ванной комнаты. И у них, видите, оно в новой упаковке. Потому что это у нас морская свежесть какая-то, видите? Ну, это новинка. Эффект белизны. Слушайте, сияющая белизна и блеск без хлора и отбеливателей. Устраняет любые загрязнения и запах в ванной комнате. Я обязательно его попробую. Вот буквально сегодня уже. Конечно же, пена для ванной. У меня муж очень любит принимать ванну с пеной. Ему это нравится. Так, для своей свекрови я взяла вот такой спрей. Антиналет для душевых кабин. Потому что у нее в квартире душевая кабина стеклянная. И дам ей попробовать. Может, ей понравится. Если ей понравится, буду ей постоянно заказывать. Так, интимка была на акции по очень хорошей цене. Она у нас идет с афродизиаками. Обожаю ее. Так, ополаскиватель для рта я тоже взяла мужу. Ему он нравится. Также пятновыводитель у них очень крутой. И я взяла 2, потому что там была акция на них. На 2 штуки. Так, взяла еще одну вот такую губку. Двухсторонним с антибактериальным эффектом. Она, видите, с одной стороны такая прям жесткая. Хотя никакого металла здесь нет. Я ее стираю, девочки, в стиральной машине. Она прекрасно отстирывается. Я взяла ее на замену себе. Смотрите, что я взяла. Взяла у Фаберлика. Мне очень понравился их ковшик. И, точнее, черпак. Я взяла вот такую ложку и взяла лопатку. Потому что лопатки у меня уходят прям как дети в школу. До Икеи я еще не доехала. Моя лопатка уже испортилась. И я у них решила взять. Они у них, ну, по нормальным ценам были. Вот у меня теперь есть половник и 2 такие штуки. О, а еще я взяла кисточку. Вот такую кисточку. Пускай будет. Она, я старую выкинула. Она уже все приказала долго жить. Брала в прошлый фикс-прайс. И это такая добротная. Знаете, она такая прям тяжеловатая. Ну, прикольно. Мои любимые металлические губки. Гель для душа у нас закончился Мексика. И я мужу сказала Мексику. Так. И себе и свекрови я взяла вот такое вот средство для очистки стекол. Ну, я им все пшикаю. То, кроме стекол, все пшикаю. Прекрасно убирает все. Так. Смотрите, что у них появилось. Хочу попробовать шампунь для собак с длинной шерстью. У меня же ёрочки. И попробуем. Я собираюсь, ну, как бы им мыть лапы и живот. Я не знаю, без слез ли этот шампунь. Надо, кстати, посмотреть. Здесь у нас не заявлено, что он не щипит глазки, но промывает любую шерсть и делает ее гладкой и шелковистой. Ну, вот такой шампунь. И я взяла, на всякий случай, спрей-кондиционер. Вот такой, несмываемый, для всех типов шерсти. Ну, чтобы легче было расчесывать. Я попробую. Я голову собакам пока мыть не буду, потому что я не уверена, что не щипит глазки. Ну, если честно, расход шампуня у нас очень большой, потому что мы моем лапы после прогулки. Вот такой, девочки, у меня заказ. Ой, девчулька, у нас снегопад. Я приехала за своими заключениями медицинскими. И по результатам тестирования я не болею ковидом вообще. Не болею, не выявлено. Вот. И я сначала подумала сдать все-таки на антитела, а потом думаю, а нафига?
Я знаю, что я не болела коронавирусом, это 100%, вообще ни малейшего симптома не было, поэтому я просто пойду и сделаю прививочку. Девчуля зашла в фикс-прайс, и почему раньше я эту штуку не видела? Она у меня уже, наверное, неделю. Здесь такие гелевые шарики, это маска для глаз на липучке, и с этой стороны очень мягкий ворс. Короче, кладешь в холодильник, эти шарики охлаждаются, и утречком одеваешь, полежал 5-10 минут. Ну, 10 много, 5 минуточек полежал, и отечность вообще прям сходит на глазах. Девчонки, забегайте в фикс-прайс, обязательно возьмите себе вот эту штуку, очень классно. А еще мне Стеллари прислали новогодний подарок. Это, девочки, набор их кисточек. Все, наверное, здесь кисти есть, я еще не распаковывала. И салфетки для очистки кистей. Вот такой вот бокс. Прикольно. Эй, помощник, ты чё? Мать у нас расстроенный. Опять скучательный у нас режим включился. Время пришло. Наконец-то я доберусь до педикюра. Очень сильно отросла кутикула. И ноготь тоже отрос. У меня здесь был такой дизайн. Двойной с паутинкой. Молочные такие ноготульки. И у меня руки тоже очень сильно отросли. И сегодня я буду делать, чуть укорочу их и сделаю новогодний маникюр. Мне очень понравились ногти, которые сделала моя подруга Дина. И я хочу сделать что-то вроде этого. Поэтому скоро увидите результат. Мне здесь на самом деле работы очень мало, потому что нужно доложить только материал возле кутикулы. И все, потому что они будут чуть короче. Так, у меня сегодня будет использование акрилатик, гель-акрил, точнее, от Тонел. Возьму любой, потому что неважно, у меня будет покрытие другое. Я буду использовать базу и топ от Адрикоко. Все это я покупала на Белорис. Очень классные материалы. А также у меня сегодня будет очень красивое серебро от Iris K. Называется Glossy Platinum. И у меня в первом оттенке. Это вот такое красивое серебро. Ну вот, я выполнила уже на одной ноге комбинированный педикюр. Оставила чуть-чуть покрытие. И останется только покрыть, и все. Ну вот, все в серебре. Мне очень нравится. Очень красиво получилось. Ну вот, я сделала все ногти серебряные. Очень красиво. Все такое новогоднее. И я нарисовала снежинку. Прикольно. Девчуля, я съездила на почту, и мне, я все боялась, что не дойдет посылка с Белориса, но она дошла. И у меня целая коробка, и наконец-то они сделали мобильное приложение. Теперь я могу сидеть не только через браузер, но и через приложение. Это очень удобно. Если хотите, я вам ссылки оставлю под видео. У меня здесь на самом деле товары разношерстные. Во-первых, я заказала то, что не для лица и не для тела. Так, у меня тут накладных аж целых 3. Даже 30 баллов мне зачислили. Так, начнем. Все как обычно, девочки, упаковано просто вообще великолепно. Я, насмотревшись моих белорусских любимых блогеров, заказала себе отшелушивающий лосьон от Белита Витекс. От Витекс. Тут не написано Белита Витекс, с фруктовыми кислотами, активатор сияния от кожи. Вот такая вот серия у них очень крутая есть, и я хочу попробовать. Даже тканевую масочку положили в отдельный пакетик. Я сказала уже, я люблю It Skin, и у них вот эта вот маска опять появилась с авокадо. Я решила заказать новый филлер с гиалуроновой кислотой, я вам уже филлеры эти показывала. Очень крутые филлеры, и они у нас именно с гиалуронкой идут теперь. Хочу попробовать, не могу, хочу увлажнить свои волосы. И, конечно же, от Белиты моя теперь вообще самая любимая тушь. Вот это лакшери. Огромное вам спасибо тем, кто мне ее посоветовал. Без декоративной косметики я вообще не обошлась. Слушайте, у меня такое к вам предложение. Опросник. Пожалуйста. Скажите мне, будет ли удобно вам сделать так? У меня есть второй канал, на котором я собиралась размещать там фикс-прайс, вот это вот все, там домашние какие-то дела. Но поскольку у меня здесь влоги выходят регулярно, а косметические видео нерегулярно, я хочу косметические видео с макияжами и обзорами косметики переместить на второй канал.
Мне кажется, так будет удобно для всей моей аудитории, поскольку вы тоже подписаны на этот и на тот канал. Я думаю, что на том канале будет актуально именно косметические видео, а этот канал оставить именно влоговый, лайфстайловский, там, с лайфхаками, с моими домашними делами, с моей жизнью. Так что, если вы за, то плюсик, пожалуйста, в комментариях поставьте. Так, я заказала новую палетку от Makeup Revolution. Здесь у нас вообще прям супер крутые оттенки, и, конечно же, я вам ее продемонстрирую уже в отдельном видео. Моя любимая подводка от Artistic Elegant Slim. Заказала еще два оттенка, два карандаша для бровей. Новые карандаши у Luxe Visage, хочу попробовать. Кисти для ногтей от TNL у них продаются. Я обожаю Биори за то, что у них просто огромный выбор косметики, бюджетной, классной и белорусской. У меня закончился от Эстрады мой хайлайтер, один из самых любимых, в оттенке 304, он такой с розовинкой. У меня есть золотой, и вот розовый закончился, и я его опять заказала. Девочки, хайлайтер просто вообще волшебный, это один из самых лучших. Так, для холодного гидрирования, кто смотрел мое видео, и я очень рада, что я вам помогла, девчонки, с очищением кожи. Обязательно посмотрите, кто не смотрел мой влог «Холодное гидрирование», вы забудете вообще про грязные поры, прыщи, какие-то акне. Я заказала вот такой алоэ гель, это у нас Foodholic какая-то компания, но я заказала самый бюджетный, который был на Белорусе. Здесь очень большой объем, этого объема хватит на год. Мне было очень интересно косметические спонжи для снятия макияжа попробовать, они сухие, у них продаются здесь, по-моему, 100 штук. Так, ну это как салфетки для ногтей, их для ногтей, в общем-то, и оставлю. Ими снимать макияж невозможно, а вот для ногтей они очень классные. Заказала себе на пылесос свой для ногтей чехол, мешочек, потому что те очень тонкие, бурлящие шарики. Компания «Мой выбор». Я себе взяла с ванилью, смотрите, три. Они у них... Ой, как они пахнут, даже через этот, через целлофан очень вкусно пахнут. Хочу попробовать от Белиты крем для стоп против сухости, трещин и мозолей. Я у блогеров насмотрелась, они говорят, что очень крутой крем. Ну, посмотрим. Также у меня здесь оттенки гель-лаков от Adri Coco. Я даже заказала те, которых у меня нет. Третий и остальные 07, 09 и 04. Так красиво смотрится вот это вот серебро вообще. Я хочу попробовать. Сделать у Белиты есть очень крутая штука. Вот Colors, оттеночный бальзам. Дерзкий изумруд. Вот такой зеленый, и должны быть вот зеленые волосы. Я попробую. Хочу очень. Конечно же, из серии Green Snake, зеленая змея от Белиты Cosmetics, чаще пилинг, скатка для лица. Я ему говорила, что я заказала вот эта вот серия с пептидами яда. Дюки от моих носогубных складок, вот что я пользуюсь средством. Я решила попробовать эту пилинг-скатку, потому что ее очень хвалят. А также крем для ног просто интенсивно смягчает. Формула нежности, линия молочная, активные пребиотики, козье молоко. Вот такое вообще бюджетнейший. Знаете, что интересно, как они пахнут? Пахнет конфеткой коровка. Я заказала ножницы для стрижки волос. Во-первых, себе волосы подравнивать, потому что у меня уже все затупились. Это у нас Queen Fair какая-то компания. И я заказала себе вот такие ножницы. О, они даже смазанные, прикольно. Сейчас посмотрим, как они, девочки, стригут. Все равно собираюсь стричь. Стригут хорошо. Сразу. Но они какие-то... Я подкручу еще. Чуть-чуть подкрутить надо. От Deepil Touch заказала сахарную пасту. Вот такую третью медиум. Сегодня я, кстати, собираюсь депилироваться. И, наконец-то, на Белорис привезли вот такой рулон. Это у нас полоски для депиляции. Ширина у нас 7 и длина 20 сантиметров. Значит, тут полосочки по 20 сантиметров. Ну, ладно. В рулоне 250 штук. Это очень выгодно. Это супер выгодно брать... Точно, да, я же смотрела, 250 штук. Очень выгодно брать в рулоне, чем в упаковках. Я даже для Евыча заказала свинку Пеппе. Это такой пазл. Она у нас любит собирать пазлы, и, конечно же, она очень любит свинку Пеппе. Я надеюсь, мне ребенку скоро привезут, и ей будет чем заняться. И я заказала себе 01 оттенок
девочки, просто шикарнейшего тонального крема. Я вам уже показывала про лакшери двойка у меня. И я решила тон фарфоровый заказать единичку. Все, моя душенька теперь довольна. Ну, потом вам покажу, как он на лице красиво смотрится. И теперь не косметические товары. Я ненавижу, когда тикает мне под ухом. Я решила заказать будильник. Будильник, причем электронный. Часы-будильник. Мне дизайн особо был не важен, но здесь очень-очень много разных функций. Во-первых, он измеряет мизинчиковые батарейки, надо вставить. Во-первых, он тут, по-моему, измеряет температуру воздуха. Показывает, какое число, какой день, будильник, часы. Работает от трех батареек, звуковая активация экрана, то есть ладошь хлопнула и все. Светодиодная подсветка и термометр, да, здесь есть. Это очень крутая вещь, девчонки. Я теперь буду засыпать в гробовой тишине, потому что для меня каждое тиканье это по мозгам бьет. Ненавижу, когда где-то что-то. Девочки, у них продаются стаканы. Видите, тут Marvel. Это стакан для горячего. Мне в машину. Класс. Не пахнет вообще пластиком. И они у них стоили. Вообще я на акции его взяла за 120 рублей, что ли. Очень круто. У меня теперь есть стакан Marvel. Также для своей любимой свекрови, девочки, я взяла ванную и на кухню. Ванную набор, а на кухню одиночный дозатор. Так, я взяла ей... Ой, они мне даже дополнительно в коробку все упаковали, чтобы ничего не побилось. Я заказала ей набор ванную, вот такой дозатор для мыла. Все очень круто сделано, конечно. Все очень аккуратно. Дозатор для мыла. Мыльница такая же. Видите, вот такие вот. Я думала, это выложена мозаика. Нет, это нанесен рисунок. Также у нас стаканчик идет для щеток. И стаканчик вот такой. Очень круто. Представляете, какой классный набор. Я думаю, что она будет очень довольна. У нее как раз серая ванная комната. И также я заказала ей дозатор на кухню. У нее розовая такая кухня пастельная. Ей нужен был дозатор для моющего средства. Тут тоже все очень хорошо упаковано. Я вам сейчас покажу дизайн. Отлично подойдет под ее кухню. Посмотрите. Тут такие вот розы. Нарисованы розовые. Ну, классно. Я думаю, ей понравится. Здесь еще идет губка, но сюда можно другую губку положить. Да, я думаю, ей понравится. Так, все ссылки, как обычно, я оставлю. Сейчас ставлю батарейки в будильник. И разложу косметоз по разным местам. Во-первых, нужно будет отснять для вас. И сейчас начну уже все пробовать. Я обожаю посылки с Белориса. Девчули, смотрите, что в фикс прайсе взяла. Вот такие две звезды подставки. И они у нас светильники. И знаете, что я сейчас буду делать? Та-да-да-дам! Вообще, этот оттеночный бальзам предназначен для волос не ниже 8 оттенка. Ну, то есть для блондинов, да, для милированных, для тех, у кого омбре, светлорусых. Но я все равно хочу попробовать. Вдруг на мои каштановые волосы это что-то ляжет. Мне не нужен яркий оттенок, я хочу только чуть-чуть оттенить зеленцой. Пока у меня орхидейки мои купаются, там воды в них целая куча, будут стоять еще долго. Я сейчас на одной прядке, девчонки, на одной прядке попробую. Способ применения очень простой. Вымыть волосы, нанести этот бальзам на влажные волосы и держать до 40 минут. Ну, короче, все зависит от того, сколько вы будете его держать, и будет зависеть интенсивность оттенка. Но его очень хвалят. Ну, посмотрим. Бальзам очень густой, очень зеленый. Такой изумрудный прям, ну, он так и называется, дерзкий изумруд. И я нанесла на волосы, но все-таки мои волосы, наверное, слишком темные для этого бальзама. Ну, посмотрим, вдруг оттенок будет. На пористых волосах он хорошо проявляется и держится тоже лучше. Ну, короче, сижу я с этими волосами. Я, знаете, что хочу сделать в новом году? Купить специально на фруктовых кислотах в смывку, смыть себе полголовы до моего натурального цвета и седых волос и сделать омбре. Мне почему-то хочется половину темного, половину светлого. Ну, посмотрим, девчонки, как это будет. Сейчас этим заниматься не буду, а после Нового года мы с вами вместе, я вам покажу, как смывать спокойно, без вреда вообще для волос, вообще без вреда. Никаких не нужно порошков, как смывать все это дело. Вот.
А я надеюсь, этот блог был для вас интересный, может, чуточку полезный. Очень красивый набор на Белорис в ванну, мне очень понравился. И я уже маме скинула, ей тоже очень понравился. Так что на Белорисе на самом деле сейчас очень много товаров, которых раньше не было. Очень много новинок, очень хорошие скидки. И, как я уже говорила, я формирую корзину задолго. Перед какой-то большой акцией, перед каким-то праздником. И, наверное, сейчас Новый год, вот после Нового года будут опять, я уверена, будут скидки. Я сейчас себе все положу, то, что мне надо, и уже потом закажу по хорошим ценам. Так что, если вы формируете корзину, как я, сразу-сразу добавляйте, и потом просто формируйте заказ. Доставка очень бюджетная, я всегда заказываю Почтой России, просто обычную доставку Почтой России. Я буду с вами прощаться. Всех целую. Всем пока.